Ростуризм назвал лучших менеджеров по туризму в этом году. В числе победителей и наша землячка Надежда Козылда. Она заняла первое место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Церемония награждения победителей и призеров состоялась на минувшей неделе в Москве. Вечером мне позвонили, часов 10:30 вечера, говорят: «Надежда Спартаковна, вы получили призовое место в конкурсе «Лучший по профессии в сфере туризма». Я такая: призовое место, а какое? А мне в ответ: ну, это вы узнаете на награждение. Билеты мы вам оплачиваем, проживание оплачиваем, собирайте чемоданы, отправляйте свои данные. Вот, в общем, мы все это сделали, приехала я, даже трансфер вплоть. Организация самого конкурса, вот именно награждение, церемония была великолепной. От аэропорта до гостиницы, сопровождение, расселили в люкс-номерах. По итогам информационного тура по Сибирскому федеральному округу с соседними регионами девушка уже наметила планы сотрудничества на будущий туристический сезон. Действительно очень радостно, что вы получили именно первое место, а не второе. И как вы думаете, в дальнейшем, что нам лучше всего сделать, как продвигаться дальше, чтобы у нас были вот такого рода хорошие достижения? Министерство культуры Тувы нацелено на обучение новых кадров в области туризма. Так, в будущем учебном году Министерство культуры и образования региона совместно с Тувинским государственным университетом откроют новое учебное направление, в частности, по внутреннему туризму. Кадровые вопросы в основном решают все. Кадры у нас стоят на первом месте, потому что именно они продвигают туризм по нашему региону, да, по всей России. И этот случай радует меня тем, что Тува, наконец-то мы начали именно заявляться в этом направлении. То есть в Ростуризме, в Министерстве культуры Российской Федерации над этим, я думаю, тоже следят, где какие кадры взращиваются и кто растет, кто стоит на месте. Напомним, что с 22 февраля по 18 августа текущего года свои заявки на участие в конкурсе «Лучшие по профессии» подали более 350 человек из 51 субъекта России. По итогам конкурсных испытаний в регионах на участие в федеральном этапе были выдвинуты 88 претендентов из 37 регионов.